Дорогие друзья, официальная часть нашего мероприятия окончена, и в преддверии праздника примите в качестве подарка концертную программу Приморской краевой филармонии. На сцене Тихоокеанский симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Смирнов. Иоганн Штраус, Чардаш Розалинды из оперетты «Летучая мышь». Поет дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова. Thank you.
Иоганн Штраус, куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь». Поет лауреат международных конкурсов Анна Гамова. Солист, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Сергеев.
поддержки. Поет дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова. Конкурсов, солист Государственного академического Мариинского театра «Приморская сцена» Илья Астафуров. Oh.
ария Сильвы из оперетты «Сильва». Поет дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова. Международных конкурсов Александра Лосинская и Илья Астафуров. Завтрашнего дня. Ах, эти мужчины! Иметь такую хорошенькую жену и уже через месяц
друзья в концерте принимали участие. Наталья Подполинова. Артист России Валерий Сергеев. Анастасия Цыганова. Александра Лосинская. Симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Анатолия Смирнова. Счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. До новых встреч, друзья! До свидания, дорогие друзья!